В Центральном парке традиционный забег на 5 верст посвятили Дню всех крутых. Конечно, праздник неофициальный, но для люберецких легкоатлетов долгожданный. Тему продолжит наш корреспондент. Каждую субботу около башни с часами собираются десятки людей, для которых бег на воздухе не только образ жизни, но и повод увидеться с друзьями. У каждого забега своя тематика. Сегодняшний возвращает в лихие 90-е. В забегах участвуем каждую субботу практически. В стилизованных проектах тоже участвуем. И вот такой тематический забег «День крутых» он 7-й раз уже проходит. Ностальгия, конечно, да. Очень позитивно. Сразу окунаешься в 90-е годы. Музыка 90-х. Очень круто. На участниках забега клетчатые штаны, олимпийки, джинсы-варенки и яркие лосины. В таком прикиде молодежь 90-х демонстрировала дух свободы, бунтарства и самовыражения. Вот, очень приятно, что каждым годом люди все больше и больше присоединяются к нашему такому необычному мероприятию. Откуда-то достают все новые и новые костюмы, какие-то атрибуты появляются, прически, там, украшения и так далее. Вот, очень здорово, что люди так присоединяются, и вот эта музыка нас тоже наталкивает на такую классную атмосферу. 3, 2, 1, старт! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.